Ну, стоит отметить, что в большинстве случаев в рамках, соответственно, строительства атомных блоков и вообще станции в целом, речь идет о очень серьезном технологическом трансфере. То есть происходит, соответственно, кооперация значительная, происходит обучение непосредственно персонала. Это достаточно сложный объект, он требует, соответственно, серьезной подготовки инфраструктуры. Это не просто, соответственно, энергогенерация, это еще все сети, которые вы туда подключаете. Поэтому с этой точки зрения это очень важная точка роста технологического, потому что очень много решений, которые здесь реализуются, они потом распространяются на другие сектора, инновационные сектора экономики.